Если вы хотите максимально мягко, но при этом эффективно стимулировать процесс похудения, льняное семя – ваш лучший помощник по нескольким причинам. Нерастворимая клетчатка, в большом количестве содержащаяся в семенах льна, разбухает в желудке, благодаря чему вы длительное время не будете испытывать чувство голода. А это поможет исключить незапланированные перекусы и переедания во время основных приемов пищи. Поэтому этот продукт рекомендуется добавлять в блюдо. Семена льна абсорбируют и выводят лишнюю жидкость и продукты распада метаболитов, тем самым очищая организм и способствуя потере лишних килограмм. Жирные кислоты, входящие в состав семян льна, помогают расщеплять жировые отложения, что приводит к уменьшению подкожно-жировой клетчатки. Нормализуя работу пищеварительного тракта, лен тем самым ускоряет обмен веществ, а значит, вес вы начнете терять быстрее. При употреблении семян льна усиливается перистальтика кишечника, в результате чего каловые массы не застаиваются, что способствует потере веса. Всего лишь в 2 столовых ложках семян льна, а это примерно 20 грамм, содержится 120% от суточной нормы омега-3 и 20% омега-6 жирных кислот, 25% меди и марганца, а также порядка 20% магния. Почему именно 2 столовые ложки или 20 грамм? Именно такое количество семян льна составляет максимально допустимую суточную норму данного продукта. А теперь приведем проверенные, но эффективные рецепты, которые помогут вам похудеть на 2-5 килограмм всего лишь за месяц. Рецепт с кефиром. Добавьте 1 столовую ложку семян льна в стакан нежирного кефира. Семена лучше предварительно измельчить в порошок, чтобы извлечь из них максимальную пользу. Да и пить такой напиток намного легче и приятнее. Такой коктейль рекомендуется пить 1 раз в день, заменяя им завтрак либо обед. При этом со второй недели необходимо увеличить массу льняного семени в кефире до 2 столовых ложек. Курс такого кефирно-льняного похудения составляет 1 месяц, после чего необходимо сделать перерыв. Настой из семян льна. Если вы не любите кефир, предлагаем вашему вниманию следующий действенный рецепт. 1 столовую ложку семян льна заливаем 400 мл кипятка. Настаиваем средство 8 часов. Процеживаем настой и принимаем 2 раза в день по 100 мл. Длительность приема средства 2 недели. И помните о том, что при появлении любых дискомфортных ощущений, тошноты, метеоризма, диареи, необходимо прекратить употребление семян льна. Не применяйте никаких рекомендаций без консультации с врачом. Делитесь своим опытом в комментариях, подписывайтесь на здоровьесберегающий канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы ценим ваше мнение.